Говоря. Старожилы помнят, что в Советской Республике Коми было аж три столицы. На севере Угольная Воркута, столица мира. Гордые воркутинцы всегда держались особняком от нежных южан. Сыктывкар объединял коренное население и республику в целом в качестве административного центра. Ухта – центр географический и промышленный. Еще в период гулаговской индустриализации была попытка перевести столицу именно сюда. И вообще, техническая интеллигенция этого города отличается самостоятельностью мышления. Например, только здесь существует оригинальный совет управдомов. Он попортил достаточно много крови чиновникам всех уровней. Ни раз и не два в результате акций лидеров общественного мнения этого города вносились поправки в уже или почти уже принятые решения по полигону радиоактивных отходов, по вертолетной площадке в Шудояге, по оптимизации маленькой местной больницы. А такой известный генеральный директор и депутат, как Александр Гайворонский, пожалуй, один из самых активных спонсоров самых разных социальных проектов. Например, набережная Газовиков практически подарена родному городу. Как видим, выбор именно Ухты в качестве цели первой рабочей поездки, временно исполняющего обязанности главы, был не случайен. Поводом стал необычайно высокий паводок. На самом деле интерес для Владимира Уйба представляли именно люди второй столицы. От общественников до промышленных генералов. Владимир Уйба вступил в должность в условиях чрезвычайных. Думаю, эта самая пандемия очень много изменит не только в здравоохранении, но и в подходах к системе управления в целом. И не только в нашей республике. Пока что с чисто медицинскими аспектами мы вроде и справляемся. Но даже в отчетах из первой рабочей поездки мы уже слышим не только про заболевших и выздоравливающих. Темы строительства дорог и программы развития северных городов были основными в публичных обсуждениях последнего года. Пока что Владимир Уйба просто упомянул о них в своих ежедневных фронтовых сводках. И это понятно. Трудно ожидать конкретных новостей по этим направлениям немедленно. Нужно время, чтобы вникнуть в детали лично, установить нужные контакты и уточнить планы. Но видно, что дело не брошено, и переговоры с сильными мира сего ведутся. Дороги. Вот та же самая история. Дороги. Я, конечно, именно эту тему обозначу как самую приоритетную. Это должна быть программа ну, лет на пять, и максимально вот, будем работать дальше. Конечно, через год, через два уже сказать, что вот мы сделали столько-то, там сотен километров идем на следующее, на следующее, и вот в результате мы получим вот так, такие-то трассы с новым, с новым и восстановленным твердым покрытием. Задача сегодня максимум ⁇ это дорога. По первым итогам встреч с общественниками и депутатами на местах уже определенно сформулированы основные подходы и в другом важнейшем направлении. Это развитие системы инициативного бюджетирования в рамках программ благоустройства и народный бюджет. Владимир Уйба ознакомился и обсудил принципы и ход работ на нескольких таких объектах. Вывод однозначный – развивать и расширять инициативу и дальше. Кстати, вы и сами видите и в новостях, и в своих дворах конкретных исполнителей этих программ с лопатами и тракторами. Так что жизнь продолжается и в режиме повышенной готовности. Тем более, что мы уже вышли на первый этап снятия ограничений. В целом политическая ситуация в республике сложилась очень непростая. Одних известных и уважаемых людей суды полностью оправдывают после нескольких лет уголовного преследования. С тем мы и поздравляем Марину Стиховскую, бывшего спикера нашего парламента и ректора СГУ. Других, как мэра НТ, органы подозревают в превышении полномочий и ограничивают в правах. Брожение умов и споры наблюдаются и в Государственном Совете. Они явным образом связаны с предстоящими в сентябре выборами. Пока что тема беспокоит только депутатов. Избирателям явно не до них. Но пандемия не вечна. Проще говоря, очень скоро мы все выйдем на улицу в люди – Вернемся на свои рабочие места. Жизнь войдет в свою обычную колею. Судя по всему, она будет отличаться от докоронавирусной и времен Сергея Гапликова. Хотя и не слишком сильно. Ведь темы, которые мы вскользь обозначили сегодня, вечно. Старые болевые точки потихоньку рассосутся. Появятся новые. Жизнь продолжается.